Такая форма народного выбора в Московской области практикуется не первый год и показала свою эффективность. Голосование на портале «Добродел» проходит в несколько этапов. Первый состоялся в июне. Тогда в список потенциальных к ремонту дорог были включены все проезжие части, на которые поступило наибольшее количество жалоб от местных жителей. Также туда вошли дороги, предложенные властями Ленинского городского округа и дорожными службами. С 1.07 по 31 августа начался второй этап голосования на портале «Добродел». Туда включены дороги с наибольшим количеством голосов, которые набрали по первому этапу голосования. Для примера можно привести, например, по Видному, да, включена и набирает максимальное количество голосов. Это улица Ольховая, которая располагается в городском поселении Видно. Также это улица Березова и это подъезд к 6 микрорайону. Причем один из отрезков улицы Ольховой у дома номер 2 был отремонтирован еще весной. А вот участок вдоль 4-го дома давно нуждается в ремонте. Я думаю, все надо делать. Все для людей. Я думаю, надо. Потому что ездить будет удобно. Обратное мнение относительно улицы Березовой. Водители считают, что дорожное полотно здесь еще удовлетворительное. В основном уже поменяли везде. Вот. А так, я не знаю, может где-то какие-то проулки есть, где требуется. А так, я не знаю. В принципе, неплохие, да, дороги сейчас? Да, сейчас хорошие дороги. Однако этот участок находится в лидерах голосования, а это основной критерий, по которому произойдет отбор дорог к ремонту. Уже в середине августа власти будут иметь представление о том, какие проезжие части заменят в 2021 году. Проводится в рамках программы губернатора «Дороги Подмосковья». За счет финансирования с областью это 95% денежных средств выделяет Московская область и 5% закладывается в бюджет городских поселений. Значит, в этой программе участвуют у нас два городских поселения. Это городское поселение Видное и городское поселение Горький-Ленинский. Все зависит от финансирования, но предполагается, что для ремонта отберут порядка 15 дорог. Полностью заменят асфальтовое покрытие при необходимости, укрепят обочины и заменят бортовой камень. Ремонт начнется не раньше мая следующего года. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Александр Лугинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.